Ну почему ты вообще сидишь дома, а я одна за нас двоих работаю, а? Ну как почему? Потому что я выбрал семью, а не карьеру. Вот так вот. Ой, а что ты такое делаешь? Собираюсь на рыбалку завтра. Один, что ли? Да нет, с соседом. Каким соседом? Ну, с Витькой. Ну, не надо с Витькой. Почему? Ну, что мне дома совсем скучно будет? Ну, Оксана, слушай, показать тебе что хотел. Ё-моё! Ну, что ты опять натворила-то? Ну, откуда у меня только такая жена взялась-то, а? Чё сейчас показать откуда? Не надо, Тамара Ивановна! Шутница вы наша из Камеди Клаба, недоделанная. О, привет! Привет! А чё ты так поздно? Поди, изменяешь мне там? Да ты чё, с кем? На работе одни умные и красивые женщины. Ой, блин, мне не нужны умные и красивые женщины, мне нужна ты. Да? Так приятно. Давай, пупсик, метнись кабанчиком, что-нибудь поесть мне приготовь. Сейчас. Ген! А, чё? Всё, я завтра приготовила рубашку, вот тебе на, погладила. А, спасибо. Вот. Да футболку-то хоть сними, господи. Да чтоб ты вообще без меня делал-то, а? Чё там мечтаешь-то, ишь ты? Ты чё? Ну, работу одевайся. Ой, сидит там, улыбается. Чё, опять красивых баб в интернете разглядываешь, да? Бессовестно, куда сюда? О боже, что это такое? Вот, девушка. Че? А вашей маме зять не нужен? Да ты ж мой хороший. Конечно, нужен. Пошли, пошли, пошли. Я пошутил. Не, пойдем. Я пошутил. Ну я пошутил же.